Наприклад, минулого тижня можливість подивитися хокей на власні очі, а не лише на нашому каналі, з'явилися у жителів Кременчука. У райцентрі Полтавської області відкрили Кобзанку, першу в регіоні. Маси більше йде футбол, як хокей. А тепер, коли є стадіон, тепер, я думаю, діти будуть ходити чаще, ну, смотреть це все, бачити. А так вони по телевізору, хто там коли зараз, по інтернету все там смотрять. А так зараз будуть приходити вживую, будуть інтересуватися. Это лучшее, что могут сделать на сегодняшний день власти для хоккея. Низкий им поклон. Это наше будущее. Я как-то в интервью сказал, что в ответ на то, что это было в году 2005 или 2006, в ответ на то, что построили много домов для наркоманов, для реабилитации, я возразил, сказав, что постройте лучше больше стадионов, и тогда не надо будет этих домов для наркоманов, потому что дети здоровые, посмотрите, сегодня дети идут сюда, смотрят, им это нравится, они бросают улицу, то, что там можно найти плохого, идут на каток. Это, вот, я считаю, что если мы это сделаем, в том числе сборная ветеранов поможет этому, то мы свою миссию выполнили, которую мы для себя наметили. На льоду арени «Айсберг» ветеранська збірна України зійшлася у поєдинку з чемпіоном аматорської ліги хокейним клубом «Кременчук». Спочатку грали, як то кажуть, на паузі, але потім професіонали зрозуміли, що суперник доволі серйозний, і завершили гру з перевагою лише у 2 шайби – 10-8. Для самих киевлян они не ожидали, потому что у нас такой уровень хоккея, развитие как бы, ну, в такой провинциальном как бы городке, как Кременчук. Вы понимаете, когда выходит даже любительская команда против ветеранов, против тех людей, за которых они когда-то болели, на чьи матчи ходили, они играют не со 100% самоотдачей, а выкладываются на какие-то 200%, откуда у них берутся силы, откуда в нужный момент берется мастерство, то, которое они обычно просто не могут показать, никто не знает. Мы всегда настраиваемся. То, что там знаменитость, не знаменитость, мы стараемся, наоборот, у них учиться. И сопротивление должно быть у любого, даже если в хоккее как бы нету. Если спец, то он спец, а борьба – это есть борьба. Тепер третій пункт у списку надважливих необхідностей. Хто буде створювати всі необхідні умови для розвитку юних хокеїстів? І як це робити? Внесок менеджера, тренера в такій справі переоцінити складно. Совершенно верно. Для того, щоб просто, ну, ребенок понял, хочет он играть в хоккей, научился, прежде чем выходить на лед в форме, ребенок должен научиться ездить на льду без формы. Для этого, в общем-то, и в каждый будний день для школ, ходим по школам, объявляем там, общаемся с директорами школ все равно и заинтересовываем детей. Ну, с детства были заинтересованы не сейчас как интернетом, а вот именно мы спортом, который он не дал никуда в сторону уйти. В общем, будем их развивать, будем открывать детскую школу, ДЮСШ, будем развивать хоккей в нашем городе. И будем конкурировать с такими великими городами, как Киев, Харьков, Донецк. Вы набираете с нуля ребят, да, я так понял? Да, самых маленьких, и будем, в общем-то, вкладывать в них душу, средства и делать из них настоящих мужчин. Как по мне, так все, что сегодня делается, это все большой, большой очень шаг в развитии хоккея Украины. И игра, и открытие вообще этого замечательного сооружения. Не каждый день, год открывается такое. Тем более вот, ну, как бы в Кременчуге тоже не хоккейный город. Но благодаря вот Сергею Владимировичу такое чудо. Я думаю, это очень правильно и очень нужно. Тепер ви знаєте 3 необхідні умови для розвитку хокею в вашому місті. Справа за вами. Лишень пам'ятайте, що словами справу не зробиш.